Грег Ревью представляет шедевр, просто шедевральная игрулька на PC. Condemned Original, Criminal Original. 2005 год подарил нам эту игрульку, это было увлекательное путешествие. Давайте ее заценим. Я с удовольствием проходил первую и вторую часть, вторая часть вышла на Xbox и на PlayStation. Почему на PC? Давай пошли. Тело разлагается, пока мы разговариваем. Мы играем за... Патрульный сказал, что на месте обнаружен манекен. Агента. Похоже на игра на русском языке полностью. И мы будем разгадывать тайну. Кто же тайну и ловить маньяков? Господи, и почему они всегда убивают в таких отвратительных местах? Почему они не могут делать это в спокойном месте? Без наркоманов и головорезов. И не в таких темных местах. Какая была часть лучше? Ну, наверное, все-таки первая, потому что вторая... Господи, я чуть не пристрелил эту сволочь. Пошли. От этого места у меня мурашки по коже. Вторая часть была, ну, так себе, но... В принципе... Уже веет страхом, загадкой... Бугага! В нее лучше играть ночью. Дед. Жги. Ну ёпта. Ну ёптель. Я сломал фонарь от твою грёбаную машину. Лучше включи свой. Я слышал, что ты боишься темноты. Грёбаную машину, блин. Грёбаную машину. Да, тут это коллектаблсы. Собирать мёртвых пиц. Зачем это делать? Так, а чё... зачем мы сдвинули его? Блин, я игру забыл, реально. Я её играл вообще давно просто. Как и вторую часть. Так, дед, ты где? Ёпты. Да, наверное, всё-таки стоит перепройти эту игрушку. Потому что... Блин, она в себя влюбляет. Да какого хрена я туда возвращаюсь? Так. 1.14, 1.14, докладывайте. Федералы прибыли? Это Бейкер, ФБР на месте. Звук здесь просто ебещ. Принято. Сделал на минимум. Агент Томас, это офицер Бейкер. Очень громко. Бейкер обнаружил тело... Здорово! Агент... Здорово, Бейкер. Педофилийское начало. Какого хрена? Что это? Вор. Больной ублюдок. Томас. Привет, Томас. Лейтенант Роза. Я снова буду твоим техническим помощником в этом деле. Наша система передачи данных позволяет тебе расследовать и собирать улики на месте преступления и отсылать их мне для анализа. Когда у меня будут результаты, я свяжусь с тобой по телефону. Конечно. Хорошо, давай работать. Давай начнем с выяснения причины смерти. Когда твои инстинкты подсказывают тебе, что улики рядом, подготовь свой прибор. Система выберет для тебя мой нужный прибор, так что не волнуйся. А, ну если ты об этом... Но если ты о моем... Используй ультрафиолет и найди место травмы. Рыбал. Оно будет светиться ярко-фиолетовым. Ярко-фиолетовый прибор. На-на-на-на-на. Ничего не светится. А вот все. Вижу. Нажмите подготовить. О, все. Есть. Ну ж нажал, какого хрена. А вот. А, ну
можно вот так. Какая механика. Как хитро все сделано. Очень сильной. Но то она и классная игрушка. Кроме одного. Синяк указывает на то, что еще эти маньяки. Выходите, девки, по ночам, как говорится, по улицам и клубам. Здесь должно быть что-то еще. Что-то. Насильники не спят. Так. О! Да он с башкой целовался. Да ты не прощаешь. Жестко. Обследуй лазеры место преступления. Если будут улики, они будут светиться ярко-зеленым. Да ёпта. Эй, Бейкер, выключи свет. В темноте лазер агента работает лучше. Эти улики. О, я нашел, вот она. А вот где она? Обрабатываю изображение. Давай, сучка. Вот оно, тот же след. Такой же почерк, как у остальных. Это работа парня, которого мы прозвали кукольником. Кукольник. Он жестоко убивает молодых женщин и оставляет их рядом с мужским манекеном из универмага. Манекен всегда немного обезображен шрамом на лице. Кукольник. А если по делам посмотреть, я уверен, что у убийцы такой же шрам. Пока все тщетно. Пока все тщетно. Пока все чисто. Бейкер, не кури на месте преступления. Да что ты привязался к Бейкеру? Пускай что хочешь делает. Дым идет отсюда. Давай, ментюра, ментяха. Черт возьми, я чую сигаретный дым. Чует он. У тебя чуйка работает? Нами. Нужна подмога, сейчас же. Это офицер Бейкер. Нам немедленно нужно подкрепление на углу 4-й и Старк. Подозреваемый в убийстве все еще в здании. Он здесь! Подкрепление в пути. Примерное время прибытия 10 минут. Так точно. Бейкер и я зайдем с черного хода. А ты жди подмогу. Все, я с дедом. Дерьмо. Жди. Он играет с нами. Это псифон. Изменения в планах. Бейкер, проверь эту дверь. Это Томас, проверь здание и включи электричество. Паранормальные явления. Здесь замешаны призраки, бугагахи. Все чисто, агент. Чем быстрее мы здесь закончим, тем лучше. Идем. Идем. О, ради бога, будь осторожен. Ему будет лютый трындец. Кусок говна. Федеральный агент, выходите с поднятыми руками, или мне придется использовать силу. Пошел нахуй. Вот так. Вот так. Ой, ой. Какой злой девочка. Она так говорит, как будто издевается. Наркоманы. Ты, сучка, в офисе сидишь, а мы тут с наркоманами и бродягами воюем. А я посижу в теплом офисе. Вот, сучка. О, да, типа. Так и ждет смерти нас.
чтобы мы подохли. Ну, вот хитрая тварь. Так сказала, о да, заразка. Так, куда нам идти? Туда или туда? Нет, мы отсюда пришли. Да, Condemned, конечно, уникальная серия. Вот это вот псифакторы, вот это вся аномальщина. Она просто великолепна. Да какого хрена? Нет, нам же все-таки туда. Есть и такие, точно. Тут же еще есть такие. Блин, я забыл, я потерялся. Куда идти, что тут делать? Очень редкая игрушка, старая. Ёпта. Кусок говна. Смотри, спрятался, не идет. На, тварь. Красиво ушел. Красиво, сочно ушел. Засранец. И так будет с каждой мразью. Ну, на полное, правильно. Поэтому не открывать. Логично. Логика. Так, что убежать? Shift. Дядька Shift. Так, тут должна еще труба взяться. Ну, я думаю, это со временем. Вон он кусок говна бегает. Иди сюда, Дерьмо! Блядь! Уже страшно. Нет, я не сюда. А может это туда? Кто? Друзья, это Condemned. Нет, все-таки сюда. Первая шикарная, шедевральная вещь, которая получает 8 баллов, даже 8,5 от канала Игра Ревью. Это очень увлекательная игрушка. Играть обязательно ночью, играть только в наушниках. И проходить все две части. Прям обязательно. Ну, первое, конечно же, лучше. Там что-то там гавкаешь. Что-то там. Он завладел, ах ты собака сутулая. Вот, теперь точно, теперь же будет у нас кусок трубы. Да-да-да-да-да. А вот эта труба, да, вот за что еще мы любили эту игрульку. Как вы? Нет, у нас все 100%. 100%. Иди, иди, иди сюда, обезьяна. Лазит кусок говна.
Подожди. Обезьяна. Обезьяна чи-чи-чи. Гандон. Давай, давай, иди сюда, сука. Двое. Есть вопросы? Ха, у матросов нет вопросов. Никогда причем. Идем за аптекой. Мы идем за аптекой. А вот же она. А вот же она, малышка. С крови все. Да, все как надо. Вот делали же. Вот умели же делать игрушки. Эта игра великолепная. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал Great Review. Яндекс.Зен. Осень заканчивается, но впереди зима, и пускай она будет теплая в вашем сердечке и в жизни. Welcome back!